Привет всем! Сегодня у нас 19 июля. Приехали в лес посмотреть грибы. Грузди есть, нету. В прошлый раз ездили в другое место, сейчас вот в других лесах. В общем, посмотрим, пока ничего особо нету. А так вот такой лесок. Березки вообще красивые. Ровненькие такие вот. В общем, кто-то здесь ходил. Трава примятая. Скорее всего, никаких грибов тут нету. Красивые березки. И вот травка примятая. Кто-то здесь лётал хорошенько так. Так что зашли вот в такую даль. Грибов нету. Там вот бабушки наши идут где-то. И грибники наши вот пробираются сквозь бурелом. В общем, ничего доброго. Это в этом лесу идем дальше. Когда вот эту маску одеваешь, хотя бы вот здесь комары меньше кусают. Набрали всего несколько груздей. Мы ходили, ничего не нашли с бабушками. А папа нашел целое ведро груздей. Все? Я? А ты душнички, да? Да, душнички. Ну, как сейчас я себе. И тмин. Ты ни одного не нашли? Нет, один на бабок и все. Ну, хорошо. Хорошо. Сейчас я сумку. Все, идем дальше. Грибное место. Бабушки наши в отстающих. Сейчас здесь будем искать грибы. Травы много, надо будет разгребать палкой. Угорелый лес. Вот тут такие два больших груздя нашли. Еще один. И вот еще. И здесь вот какой хороший. Палку в руки и вперед. Такой еще один хороший прям грибочек. Чисто нет. Надо будет посрезать его. Так вроде бы и неплохой. Ладно, переберется, вроде бы чистоватый такой. Так вот и дальше надо вот так вот брать и вот так вот все шрудить. Ох, вот он еще один, смотрите какой. Ой, тут их много. Ой, там еще, смотрите-ка как. В общем, палка в помощь, и грибов будет много. Такие вот красавцы, смотрите. Один, второй, третий. Это еще один. Четвертый. Ой, тут вот пятый. Смотрите, какой красавец. В общем, тут их немерено. Ой, смотрите, шестой. И смотрите, седьмой. Какие красавцы, какие классные грузди. Все в грибах просто усыпано. Такая красота. Смотрите, еще. Вот какой груздок. Еще груздок. Так вот надо все облазить, посмотреть. В общем, целый мостик вот такой вот. Красавцев груздей. Еще. И еще вот таким вот мостиком они растут у нас. Грибники ходят. Бабули. С палками. Вот еще нашли.
Грибочек нашел. Грузди вот один, второй, третий. Вот еще. И еще вот какие маленькие. Нашли. Какие малютки. А тут ты резала? А? Ты резала? Нет. А вон что нарезано? Это я один срезала. Такие вот грибочки. Груздочки. Вот какие. Такой вот тяжелый способ, конечно, этой палкой искать грибы. Уже очень устаешь прям. Ходишь. Ну, сейчас вроде бы тут неплохой лесок, посмотрим. Еще один груздок. Вроде чистенький так с виду. Угу, какой чистючий. В общем, сейчас здесь надо будет вокруг вот все вот это вот обходить и смотреть. Здесь должны быть грузди. Собираем грибочки. Много у тебя? Вот какие красавцы. Такие большущие уже есть. И маленький, и большой. Ну так-то надо будет посмотреть его хорошенько. Этот чистенький. Маленький тоже чистый. Тоже ведерко. Меньше еще не было? Вот нахватали столько грибов. И еще и там грибы у нас. И там все в груздях. И в пакетах. Это ваши. Такие грибочки. Выбирай, Сережка, маленький себе наверх. Сейчас ты будешь... выберет, а туда выбирай. Все, он у меня полный. На, вон еще. Не надо. Вон вот еще. Чистый, хороший. Чистый, хороший. А потом нести плохо. Не надо. Все. Тут посмотри, у нас черви. Ну, короче. Черви выскочили. Ну, я дома вон, это, ты же сварили. А что черви? Ну, не такие вот, чтобы, конечно, чернота вот такая была. Ну. А там 2-3 хода, что они? Тут уже совсем нет сил так далеко идти. В общем, палкой ты надолбишься. И уже все. Солнышко вот так светит здесь. Грибов, в общем, набрали. Наконец-то дошли до машины. Еще вот такую баку пчелам с березы сорвал. Пускай будет в дымарь добавлять. В общем, когда за медом угли лазить. Грибники вот потихоньку собираются. Идут. Так вот солнышко светит. Вечернее. Вот столько набрали грибов. Груздей. В мешке тут. И тут в мешке. И в пакетах. Перемыли грузди, часть поставили варить, а остальные вот будут стоять замоченные в этом бачке целую ночь. Ну а всем тем, кому наша супер-пуперс поездочка за грибами понравилась, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго!